Складские помещения, расположенные в пригороде Тирасполя, стали объектом особого внимания сотрудников управления по борьбе с контрабандой ГТК ПМР. Поводом для этого явилась оперативная информация, поступившая в таможенные органы. Данная информация в ходе проверки полностью подтвердилась. В складском помещении сотрудники управления по борьбе с контрабандой обнаружили не только 10,5 тонн спирта, но и насосы и шланги, предназначенные для их перекачки из 1000-литровых емкостей в менее емкие 200-литровые. Владелец данной алкогольной продукции предпочел скрыться, чтобы избежать ответственности за незаконное перемещение товара через таможенную границу из Молдовы в ПМР. Однако сотрудники таможенных органов прилагают все усилия для установления его личности и привлечения его к ответственности. Учитывая разницу в стоимости данного товара в ПМР и в сопредельных государствах, у таможенников имеются веские основания полагать, что данный спирт был предназначен для вывоза на территорию Украины. Не исключается также тот факт, что спирт должен был быть вывезен на территорию Украины контрабандным путем. Таким образом, сотрудники таможенных органов ПМР в очередной раз предотвратили многоуровневую контрабандную операцию, став на защиту экономических интересов не только Приднестровья, но и сопредельной Украины.